Переход! И стоп! И так вот, если этот круг будет вот на всю эту поляну, пока до своего партнера не дойдут, не заканчивается эта игра. А сейчас мы вам еще одну игру покажем. А, или что? 14-15. Ну что ж, просим вас стать парами. Но не за руки, а друг за против. Друг за другом. Вставайте, распределяйте равномерно, делайте домик по всей площади. Вот так. Вот, смотри, вот так. Любой последовательности, где хотите вставать. Равнообразнее будет для лучше. Хаотичнее, встаньте сюда. Хаотичнее. Один убегает, другой разжись. Разнал, ударил, пьем только по попе, по спине не надо. Бросил убегать, не просто бегать. Раз, кому спиной стали, тот убегает, за его догоняет. И догоняет другого. Показать. А хорошо у него там подушечка. Игра на ловкость. Ты убежал, не испугался. Опа, и все убежали. Убегает тот, кто стоит спиной. То есть вас отделили, и все. Вот Ваня убегает. Так, 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 Ваня, ну-ка быстро. Там все, за все. У нас девчата шустрые. Опа! Ваня, вот молодец! Настоящий мужчина! Вот так бывает. Девушке никто не поддастся, она и бегает за ними. Спасибо всем. Играйте в эти игры, это очень интересно. Дети очень помню любят игры. Эта игра называется «Ремешок». Ой, парень, парень, парень.